Так, привет, друзья. Ну что, будем пробовать вместе. Смотрите. Вот такие микропропильчики. Таким образом внутри будет выглядеть. Вот, пускай пропилами гоняет сквозь пропилы воздух. Как вы думаете, на этом кончится насос или нет? Заработает супермашина, супербрендовая машина, а? Вот и я также думаю, да или нет. В общем, пока болеем.